Как ты думаешь, что женщины любят видеть на мужчине? А главное, как ты можешь привлечь внимание девушки, которая тебе нравится, и иметь преимущество перед теми парнями, кто тоже хочет ее завоевать? На днях я разговаривал с моими друзьями об одежде, которую нам нравится видеть на девушках. Ты заметил, что они часто носят ту одежду, которую просто сводит нас с ума? В определенной одежде они автоматически становятся намного привлекательнее и сексуальнее для нас. Поэтому мы с друзьями начали думать о том, какая мужская одежда нравится девушкам. С тобой Александр Самсонов, и в этом видео я расскажу тебе о 9 предметах одежды, которые сводят девушку с ума. Готов? Ставь лайк, жми кнопку подписаться, и мы начинаем. Номер 1. Простая черная футболка. Она делает мужчину гораздо более привлекательным, просто потому что выгодно подчеркивает фигуру и даже немного ее визуально улучшает. Важно, чтобы рукав доходил до середины бицепса. Если рукав длиннее, просто подверни его до этого уровня. Также важно, чтобы футболка не была тебе мала в груди или же наоборот слишком свободна. Она не должна сковывать твоих движений. Номер 2. Костюм. Я думаю, что большинство из вас уже знают, что женщины считают суперсексуальными мужчин в костюмах. Но важным упоминанием будет, что костюм должен быть идеально скроен и подходить тебе. Такого идеального результата можно добиться, если выбрать подходящий костюм и отнести его в ателье, чтобы он выглядел будто сшит на заказ. Понятно, что ты вряд ли наденешь костюм на первое свидание или в кино, но можно дождаться более подходящего мероприятия. Даже если она просит сопроводить ее на какую-то вечеринку, туда можно надеть костюм и просто очаровать ее. Это будет очень элегантно. Если ты хочешь стильно одеться без долгих поездок по магазинам, тебе нужен подбор индивидуального образа в магазине «Я эгоист». Вместо продавца-консультанта тебя оденет профессиональный стилист, который подберет тебе несколько готовых образов на выбор под твои пожелания, фигуру и бюджет. В одном месте всего за 30 минут. Тебе не нужно ездить по торговым центрам и искать все вещи по отдельности. Просто примерь образы от стилиста, убедись в качестве одежды и можешь сразу приобрести один или несколько образов, которые тебе понравились. Это в 10 раз быстрее, чем ездить по разным магазинам в поисках одежды. И в 5 раз выгоднее, потому что стилист подберет тебе взаимозаменяемый гардероб. Ты сэкономишь деньги, ведь купишь меньше одежды, из которой получишь больше образов за счет того, что все вещи комбинируются друг с другом. У нас в наличии более 600 готовых комплектов одежды. От среднего ценового сегмента до премиальных брендов из Италии и Германии, которых нет в других магазинах города. Стилист подберет себе одежду по размеру и цвету, которая скроет недостатки фигуры и подчеркнет достоинства. Благодаря этому ты будешь выглядеть безупречно на работе и в повседневной жизни, на мероприятии и на свидании, потратив всего лишь 30 минут. Без утомительных поездок по магазинам и самостоятельного поиска одежды. Даже если ты не разбираешься, как правильно сочетать вещи. Прямо сейчас нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста с учетом твоих пожеланий и получить скидку 30% на первую покупку, пока действует акция. Если ты в Москве, приезжай в магазин «Я эгоист» в центре города. Если нет, стилист подберет тебе готовый образ онлайн и отправит посылку с вещами в любую точку мира. Номер 3. Очки. Я полагаю, что это из убеждения, что мужчины в очках выглядят умнее или, по словам девушек, более интересными. Я действительно не знаю, почему им так это нравится. Запомни одну простую вещь, которая поможет тебе при выборе очков. Они должны быть пропорциональны твоей голове и подходящей тебе формы. Если ты хочешь подробно, со всеми деталями узнать, как правильно выбрать очки, прямо сейчас нажми на ссылку в правом верхнем углу видео и посмотри мое отдельное видео на тему, как правильно выбрать очки мужчине. Номер 4. Боксеры. Это тип нижнего белья, который очень нравится девушкам, что мне кажется довольно крутым, потому что я считаю, что нет ничего более удобного, чем узкие боксеры. И, конечно, важно, чтобы они были чистые. Номер 5. Часы. Большинство мужчин, когда какая-то девушка спрашивает у них время, проверяют свой телефон. Нет более эффектного способа проверить время, чем изящно повернуть запястье. Благодаря этому ты будешь выглядеть великолепно, особенно в общественных местах или на вечеринках. Так что да, каждый стильный мужчина, который хочет вызвать восхищение у девушек, должен носить часы. Плюс это даст понять девушкам, что ты внимательный и уделяешь внимание деталям. Номер 6. Немного расстегнутая рубашка с засученными рукавами. Почему-то девушкам нравится, когда у парней открыто предплечье и виден кусочек кожи на груди. Секрет здесь в том, чтобы уметь стильно и аккуратно складывать рукава своей рубашки. Делай это так, как сейчас это показано на экране. Цвет рубашки можешь выбрать любой. Белый, черный, темно-синий или даже серый. Важно, чтобы рубашка на тебя отлично сидела в плечах и в талии. Тогда ты произведешь нужное впечатление. Номер 7. Кожаная куртка. Хорошо известно, что женщинам нравятся плохие парни, которые не следуют никаким правилам.
И даже если ты хороший и очень цивилизованный человек и живешь в соответствии с законом, ты все равно можешь выглядеть как плохой парень. Тебе всего лишь нужно надеть кожаную куртку. Без сомнения, это очень крутая вещь. Она увеличивает объем твоего тела, расширяет плечи и создает образ брутального мужчины. Выбирай куртки из черной или коричневой плотной кожи и сочетай их с белой футболкой и джинсами. Номер 8. Спортивная одежда. Многие парни любят видеть девушек в одежде для тренировок. Поверь мне, женщины точно так же восхищаются парнями, которые проходят мимо них в такой одежде. Для девушек это значит, что мужчина занимается спортом и заботится о своем телосложении и здоровье, а они это очень ценят. Если спортивная одежда будет правильного размера, она отлично подчеркнет твою фигуру. Но я хочу, чтобы ты понимал, что раз девушкам нравится такое, ты не должен 24 часа в сутки ходить в этой одежде. Такое прокатит только где-нибудь в фитнес-зале или на спортивной площадке. Номер 9. Розовые элементы в образе. И причина здесь в том, что розовый цвет связан с положительными эмоциями. Человек, который носит что-то розовое, выглядит счастливее, чем он есть на самом деле. И как мы уже все знаем, женщины гораздо сильнее реагируют на счастье и положительные эмоции. Так что не стесняйся надевать розовые рубашки. Для девушек это выглядит супер сексуально. Это может быть даже галстук или платок в кармане. Таких небольших розовых акцентов будет на самом деле достаточно. Итак, девушки обожают, когда мужчина носит это. Черные футболки, костюмы, очки, боксеры, часы, немного расстегнутую рубашку с засученными рукавами, кожаную куртку, спортивную одежду, розовые вещи. Это были 9 предметов одежды, которые безумно нравятся девушкам. Чтобы уже завтра очаровать пару-тройку красоток, тебе всего лишь нужно запомнить их и начать использовать в своих образах. Напиши в комментариях, какие вещи тебе понравились, и было ли такое, что девушки пытались с тобой познакомиться, когда ты надевал что-то из сегодняшнего видео. Мне реально интересно узнать. Ну а также поделись этим видео с друзьями, они скажут тебе спасибо, ведь им тоже хочется выглядеть круто и нравится девушка. А прямо сейчас нажми кнопку подписаться и колокольчик, чтобы первым смотреть мои полезные видео о том, как стильно одеться и стать мужчиной, которого хотят все женщины. Но если ты хочешь стать привлекательным уже завтра, нажми на ссылку в описании и пройди бесплатный тест, чтобы рассчитать стоимость образа от стилиста и получить скидку 30% на первую покупку, пока действует акция. На сегодня это все. Нажимай на видео, которое видишь сейчас на экране, ведь они помогут узнать тебе больше нового и полезного про стиль и про то, как привлекать женщин. С тобой был Александр Самсонов. До встречи в новых видео. Всем стиль!